В преддверии Дня российской печати отметили работу журналистов, представители различных средств массовой информации получили почетные грамоты за освещение событий, происходящих в республике. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Распространение информации и донесение ее до каждого из нас – главная задача средств массовой информации. И речь идет не только о традиционных печатных газетах, но и о всей цифровой среде вещания. С приветственным и поздравительным словом к присутствующим обратился министр республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Мурат Есинеев. Мы делаем одно общее дело. Я всегда подчеркиваю одно – когда у нас спокойно печати – пишут о хорошем, значит, не нации, все хорошо, все спокойно. Хотелось бы, чтобы это спокойствие было у нас всегда. Я хочу поблагодарить вас за хорошую работу. Еще раз хочу выразить благодарность всем работникам печатных органов. Счастья, удачи и благополучия. За вклад в развитие журналистики, многолетний добросовестный труд, почетной грамотой были отмечены десятки представителей СМИ. Среди них отметили Альбину Ламкову, корреспондента службы информационных программ ГТРК «Карачаево-Черкесия». Море цветов, улыбки, нескончаемые слова поздравления звучали на протяжении всего мероприятия. Журналист Ира Туаршева в редакции газеты «Черкесск-Хэку» работает на протяжении 28 лет. Помнит каждый материал и гордится своей профессией. Человек сегодня не может жить без информации, и от журналиста зависит очень много, как подается информация, какая реакция будет после этой подачи. Поэтому всем журналистам желаю взвешенного слова, взвешенной печати, чтобы были интересные материалы, чтобы были творческие позывы и возможности выразить свои позывы в интересных материалах благодарных читателей. Пресса и печатное дело имеют славную историю в России. Век информационных технологий, меняются форматы, объемы. Мы стараемся отвечать на вызовы времени, отметил Евгений Кратов. Он поблагодарил за поздравления, приятные и добрые слова от коллег и читателей. С огромным удовольствием взаимодействуем с нашими читателями, потому что мы действительно живем в одной связке, находимся в одной связке, потому что наша задача донести информацию так, чтобы она была интересна и доступна людям. Поэтому я еще раз поздравляю всех наших коллег, всех наших читателей. Желаю хороших, добрых новостей. И я надеюсь, что мы вместе поработаем еще долго. Чествование мастеров пера в преддверии праздника стало доброй, приятной традицией. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.